Торжественно клянусь, достойно вести себя в семейном кругу, среди одноклассников, друзей и в обществе. Все эти ребята вступают в ряды ученического сообщества «Мы Замяткинцы», образованное в Щелковской школе номер 3 несколько лет назад. Именно здесь учился Дмитрий Замяткин, сотрудник МВД, погибший при исполнении служебных обязанностей в 2004 году. Прошли годы, но память о нем жива. Мы должны все быть такими же, как и он, целеустремленными, старательными и всегда должны его помнить. Это случилось в феврале 2004-го. В дежурную часть первого отдела Щелковской милиции поступил сигнал о разбойном нападении на офис одной из фирм города. Экипаж немедленного реагирования тотчас выдвинулся на место преступления. В его составе находился и прапорщик, милиционер-водитель Дмитрий Замяткин. Будучи водителем, он мог не участвовать в операции, но бросился в погоню. Задержать преступников удалось благодаря отважному поступку Дмитрия Замяткина, однако ценой его жизни. За проявленный героизм он посмертно награжден орденом мужества. Имя Дмитрия Замяткина занесено в книгу памяти Межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Ежегодно в Щелковской школе номер 3 вспоминают Дмитрия Замяткина о его проявленном героизме. И на этот раз здесь собрались его родные и близкие, коллеги, педагоги и ученики школы. Очень хочется поблагодарить всех за этот день, день памяти моего сына. Выразить большую благодарность и коллективу школы, и коллективу Щелковского ОВД, и непосредственно всем ребятам, которые сегодня присутствовали. Галина Александровна, вам низкий поклон за сына, который мужественно исполнил свой долг перед Родиной, перед народом. А его подвиги помнят. Сами же замяткинцы участвуют в патриотических мероприятиях, ведут волонтерскую деятельность и, конечно, рассказывают сверстникам о жизни и мужественном поступке Дмитрия Замяткина, выпускника третьей школы. В память о нем в феврале ежегодно проходит турнир по стрельбе. Так на линейке наградили участников соревнований, команды сотрудников МВД, школьников и щелковских ветеранов милиции, а также победителей и призеров в личном зачете состязаний. Это уже стало как бы традицией ежегодно собираться в школе ветераны, личный состав, где трудился в патрульно-постовой службе Дмитрий Замяткин, и, конечно, учащиеся школы. Потом вот появилась инициатива директора школы «Мы Замяткинцы», это очень хорошо. Вот. Потом мы ставили вопрос даже о присвоении школе имени Дмитрия Замяткина, но пока этот вопрос остается открытым. В 2013 году в школе была установлена мемориальная доска Дмитрию Замяткину. По традиции в День памяти к ней возложили цветы. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.